Всем добрый день! Сегодня хочу вам показать поближе вот такую вот плитоно-гарнитуру от компании Bluidea. Модель Bluidea i6. Купил я недавно ее, делал, показывал, развивал распаковку. Сначала мне очень понравилась комплектация, там туда-сюда и сама упаковка. Но когда рассмотрел этот аппарат поближе, понял, что у него масса недостатков. Так, вот сам аппарат, гарнитура. Ну, в комплекте зарядного устройства нету. Так. Ну, гарнитурка обычная. Такие вот вакуумные наушники, коротенькие. Ну, когда выходишь на мороз, кстати, они превращаются в какую-то жесткую проволоку. Так что качество у них оставляет желать лучшего. Ну и сам аппаратик. Вот сам две кнопочки. Громкость. Ну, качелька громкости. Ну и включение, так называемое. Нажимаем аппарат. При нажатии появляется такая надпись Bluidea. С правой стороны у нас показывает заряд мощности батареи. Здесь динамик показывает, громкость динамика. Ну и Bluetooth соединение. С аппаратом, с телефоном он хорошо как бы коннектится. Ну, сейчас пытаюсь увеличить громкость, тут что-то уже не работает. Купил недавно уже, блин, аппарат стал малофункциональным. Что меня смутило в этом аппарате? Сначала как бы не обратил внимания. Вот, когда мы так вот шатаем из стороны в сторону, мы слышим, что внутри что-то шатается. То есть не закреплено то ли аккумулятор, то ли сама плата. Ну, следовательно, видите, не работает громкость. Здесь даже меняется до 11 громкость у них. Шкала. Бегу вправо-влево, ничего не меняется. Вообще тоже барахло. Ну и самое главное в этом аппарате, самый главный недостаток — это заряд аккумулятора, которого хватает максимум на час, это если слушать на минимальной громкости. Ну, не минимальной, а средней. Если хотите послушать музыку, то всего 40 минут на максималке. То есть, если вы живете в крупном городе, едете на работу, взяли этот аппарат, чтобы послушать музыку в транспорте, то вам не хватит заряда даже по дороге на работу. Не говоря уже по дороге, о том, чтобы добраться до дома и слушать что-то. Думаю, дома вы, назад вы будете слушать только шум ветра. Больше ничего. Взял аппарат этот я на AliExpress, дам ссылочку, если кому интересно. Стоил он $21, брал я, когда была акция 11.11, так называемая, на AliExpress. Думаю, может, попаду на акцию и увижу оригинальную модель. На самом деле продавец утверждал, что, ну, как описано, что это оригинальная модель. Как я подозреваю, все это подделка. Следовательно, если вы будете покупать на AliExpress этот аппарат с ценником $25, в районе $25 он так сейчас где-то и стоит, то это все подделка. Дело в том, что такие аппараты, я там думаю, даже стоят не меньше $50. Все остальное просто выкинутые деньги, если вы будете покупать такой аппарат. Ну, вот и все, что я хотел сказать в этом видео. Если вам было интересно, ставьте лайки. Надеюсь, это видео было для вас интересно. Да. Так что до свидания.